292 тысячи машин на дорогах Улан-Батора. Из них только 2% – общественный транспорт. Но на нем ездит 60% горожан. Как говорят специалисты, основная причина загрязнения воздуха – выхлопы дизельных двигателей. Ими оборудовано большинство автомобилей. Нужно заменить дизельное топливо на газ. Нужно создать газовые автозаправочные станции. При перепланировке города следует создать правильную транспортную сеть, правильно рассчитать количество транспорта. Правительство Монголии совместно с Корейским институтом зеленого развития начали реализацию проекта стратегии зеленого общественного транспорта. С ноября 2011 года ведутся исследования автотранспортной сети, структуры и потребления. Выводы специалистов едины. Требуется замена топлива на менее дымное. Техника оказывает большое влияние на окружающую среду. Мы используем устаревшую технику, поэтому транспортную отрасль, особенно транспорт города, нужно совершенствовать и заменить. Кроме этого, следуя мировому примеру, нужна реформа внутри сети общественного транспорта. По предложению корейских специалистов, бумажные билеты следует заменить на электронные. Расположить на автобусных остановках информационные щиты с указанием графика движения автобусов. Чтобы реализовать проект зеленого транспорта, стороны должны заключить долгосрочный договор. Салангуот Ганбат, Аист, Монголия.